Хорватии произошло второе за два дня землетрясение магнитудой 6,2. Оно стало самым сильным для страны за всю историю наблюдений. Первое было силой 5,2 балла. На этот раз есть человеческие жертвы. Сообщается не менее чем о 7 погибших. Более 20 человек получили телесные повреждения. Сильно пострадала центральная часть страны. Повреждения действительно значительные, можно сказать, катастрофические. Много материальных потерь. К сожалению, мы также потеряли несколько жизней. Пользуясь случаем, выражаю свои соболезнования. По данным немецкого исследовательского центра геонаук, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров в районе города Петринья в 50 километрах от столицы Загреб. В Петринье разбирают завалы. На помощь спасателям направили военных. Это просто ужасно. Я была с ребенком в квартире. Началась небольшая тряска. Я думала, она успокоится, но в итоге на нас упал шкаф. К счастью, ребенок был на мне. Я спихнула шкаф и попыталась выбраться через дверь. В коридоре все было перевернуто. Ужас. Я еле-еле пробралась через все это, и оказалось, что дверь застряла. Мне еле удалось выбраться из квартиры. Я выбежала босиком. Здание полностью разрушено, стены рухнули, котел упал, не осталось ничего целого. Там теперь просто невозможно жить. Но в тот момент меня волновало только то, как нам выбраться оттуда живыми, моей жене, мне самому и детям. В Петрине и в Сисаке военные эвакуируют постояльцев домов престарелых и пациентов больниц. Для этого используют вертолеты. Подземные толчки ощущались и в Загребе, и даже в столице Австрии – Вене. А в соседней Словении на всякий случай приостановили работу единственной атомной электростанции.